Дорогие друзья, на протяжении всего прошедшего 2020 года я неустанно повторял, что именно 2021 год станет годом начала грандиозных перемен в России. Обратите внимание, еще не закончился январь, а перемены уже начались. Это, естественно, сложный, бурный и драматический процесс. И мы находимся в самом начале этого пути, который нас приведет к изменению страны, нас самих и нашей участи. Если вы хотите знать, что нас ожидает, какие сценарии будущего возможны, то я приглашаю вас посетить мое выступление 25 февраля, в четверг, 20:00. Его можно посетить офлайн или подключиться онлайн. Ссылка на подключение внизу. В этом выступлении я вам расскажу о сценариях, возможных сценариях будущего развития России, о том, что ожидает нас, и отвечу на ваши вопросы, в том числе на вопросы по Zoom. Итак, 25 февраля, в четверг, 20:00 московского времени, мое выступление под названием «Начало».